И мы видели сейчас, как я начала тренировку. Я стопнула видео, немножко обрежу. Будет два отдельных видео с разной целью. Показать сначала, как я строю отношения со щенком с первой тренировки, что есть что-то, что запретно. А все остальное можно баловаться, можно вот лапами на меня прыгать, облизывать. Можно со мной заигрывать, выкусывать у меня еду, грызть мои перчатки. Пожалуйста, щенок в самом обучающем процессе никак не ограничивается ни в чем. Он царь и король площадки. От первой до последней тренировки ему все можно. Все, что он не предлагает, это правильно. Щенок никогда не слышит: нет, эй, ты сел неправильно, ох, ты лег плохо, мне это не нравится. Щенок априори чемпион и король площадки самой первой тренировки. И в базовом тренинге первый год обучения он слышит только то, что у него все суперски получается, только позитивный маркер. Негативные маркеры я ввожу только на вещи, которые априори не связаны с обучающим процессом, не связаны с воспитанием. То есть не брать моё, не, я не знаю, не гавкать там на прохожих, не подбирать что-то лишнее. То есть все, что касается воспитательного обучающего процесса, мы в обучающем процессе не, собака не слышит никаких коррекций. Априори собака знает, что он большой молодец, у него все получается. Я буду одновременно работать и с мишенью, и с наведением, и с оперантным обучением. То есть сейчас будет урок примерно 5 минуточек, и вы увидите, как я быстро это все работаю и объединяю. То есть я всегда начинаю работать с мишенью. Видите, у меня мишень изначально лежит, моя точка поощрения. Вот щенок на ней ест. Таким образом, он уже имеет небольшую выдержку. Почему? Потому что он контактирует уже с мишенью. И вот он знает, что еда будет выкладываться на мишень. Поэтому нет смысла так часто вскакивать и искать ее в другом месте. Вот мы сейчас проверим. Нельзя. Хорошо, супер. И в течение всей тренировочки мы будем поддерживать его идею в том, что забирать из миски еду нельзя. Я его немножечко разверну. Супер. Да, отлично. И работаю по наведению, и сразу работаю на выдержку. Окей, поля, пошли. Молодец. Супер. Отлично. Хорошо. Очень хорошо. То есть, видите, независимо от того, где я нахожусь уже, вот с едой я здесь. Щенок получаю в одной точке поощрения, остается там, где мне надо. Вот с самых первых минут тренировки он абсолютно привязан к точке поощрения. Блин. Да, супер, отлично, очень хорошо. Мама, привет! Супер. Да, у нас сейчас будут еще дети помогать работать, и вы увидите, что, в принципе, в тренировке вам никто не мешает. Супер, мы начинаем работать на мишеньке сразу, с наведением. То есть, видите, сейчас работают задние лапочки у нас. Передняя остается на месте, и задняя крутится. Нам понадобится движение рядом для того, чтобы собака плечом находилась у ноги Хиндера, а работала при этом хорошо задними ногами. Супер. Молодец. И вот мы учим. Супер! Супер, хорошо. А когда собака отвлекается, мы просто ждем в точке поощрения, не бегаем за носом собачечки. Да. Привет, наше маленькое отвлечение. Да. То есть щенок отвлекается, а мы ждем его в точке поощрения, видите, на диско. Видите, просто я жду на диско в точке поощрения. Вот тут. Он супер. И обратите внимание, как он сейчас замечательно не взял еду из миски, когда очень хотелось. И сейчас жду, когда он сделает шаг. Супер, хорошо. Отлично. Вот он. Вот он ищет свои пути найти. А потом обращается к моей руке. Моя рука является точкой поощрения. И вот мы работаем
Сейчас посмотрим, что он нам предложит. Браво! Отлично! Супер, Макс! Очень хорошо! Молодец! Супер, хорошо! Отлично! Отлично! С одной стороны, щенок не идет к руке, он ждет возле точки поощрения. То есть очень тяжело со щенком обычно получить спокойное поведение. Все как-то пытаются успокаивать собак. Не надо успокаивать собак. Просто не надо нервировать. Смотрите, у меня сейчас рука с едой в стороне, щенок не идет. Это первая, абсолютно первая тренировка щенка. Супер, хорошо, молодец. Отлично, очень хорошо. Отлично. Смотрите, как он всю тренировку контролирует себя и не берет из миски. Это абсолютно первая отличная тренировка малыша по команде того, что нельзя брать еду из миски. Помоги. Да, малыш сейчас видео досниму и поиграем. Суперски. Да, она, правда, все время по камере поворачивается. Отлично. Здесь также встречный вопрос. Мне все равно, он стоит над мишенью или он лапой одной трогает, двумя, тремя, четырьмя. Мне все равно. Главное, что он научился работать отдельно. Вот меня. Он знает, как заработать. Надо вот остановиться с мишенью. Вот видите, он отвлекается на деточек, на миску, на запахи, но